Так, спавним клонов. Что происходит? На этой карте вообще нет способа выжить. Все клоны в одном месте. Ладно, будем двигаться как клоны. Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать на новый ролик по Бравл Старсу. В сегодняшнем видео я вам готов представить новую мини-игру, которую я только что придумал и сразу же набрал своих подписчиков для этой игры. Игра называется «Свой среди чужих», либо «Чужой среди своих». В общем, сейчас я буду играть за Леона, мои подписчики тоже будут играть за Леонов. Моя задача — найти и уничтожить всех Леонов. Их задача — спрятаться от такого же Леона. В чем отличие от предыдущих пряток, вы, наверное, меня спросите. А я вам сразу же отвечу. Я буду играть за Леона, я могу становиться невидимым. Я могу спавнить своих клонов. Короче, это более усложненные прятки. Надеюсь, вам понравится этот видосик. Поддержите его своим лайкосиком и подписочкой на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы с вами начинаем. Первая карта у нас будет убежище. Жмем готово, игра начинается. Такс. Я буду фармить сейчас баночки. Я не позволю другим чувакам фармить банки. Я буду играть за оборотня, а это означает, что сейчас я покажу, как дербанить косточки. Косточки этих ящериц. Мугагашеньки-гага. Так, кого-то я уже видел в этих кустах. Оба-на! Это чувак с ником Димасик. Ладно, пускай он уходит, дам ему уйти, а сам пока что соберу эту баночку. Блин, сколько же здесь банок, елки-палки. Я совершенно забыл им сказать, что можно фармить банки. Это поможет им хоть как-то победить. Я думаю, что в этих кустах кто-то спрятался, но нет. Оба-на! Поймал тебя! Ну все, тебе кранты, ты от меня не убежишь. Эй-эй-эй-эй-эй, походу он от меня убежит. Давай, царапаем его. Оба, убиваю его. Тут у нас два клона. Ха-ха, вы меня не запутаете. Итак, включаем ищейку. Хобана! Спавним нашего клона. И кто это тут у нас? Кто это тут у нас спрятался? Уходим в инвиз. Беспалевно бежим вот за этими ребятами. Они здесь вместе со своими клонами. Оба! Кто это тут у нас? Убиваем Ромку. А, чувак в инвизе от меня убежал. Вы видели это? Хоба-хоба-хоба! Бегите, глупцы, от меня, бегите! Так, забегаем с вами в кустики. И давай еще раз заспавним нашу ищейку. Песик, 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 пошел, пошел, пошел. Оба-на! Так, так, так. Че ты думал? Ты думал, что я такой глупый? Ты думал, что я не смогу вычислить, кто из вас настоящий? Так, вот этот чувак по-любасу клон. По-любасу. А, нет, он не клон. Смотри-ка, он не клон. И этот чувак не клон. Так, он сейчас уйдет, скорее всего, в дымок, и он погибает. Я собираю его баночку. Это моя 9-я банка. И осталось еще 6 игроков. Как такое может быть? Откуда еще 6 игроков? Так, ладно. Ну, очевидно, что я должен сейчас ворваться. Он, очевидно, что не пройдет через этот дымок. И он спалился. Этот чувак тоже спалился. Осталось 3 игрока. Кто же из них достигнет первого места? Я спалил этих чуваков. Сразу же спалил их. Они вдвоем спрятались в одном месте. Вы что, серьезно? Как хорошо, что я могу играть с автоатакой. И выигрывает у нас чувак с ником Эвенджер. Ладно, ладно, дружище, я уйду в дымок. Побеждай. Ты мог занять первое место, к сожалению. Столкновение? Стоп! Нет! О, выигрывает Морфин! Да ладно! Этот чувак спрятался! Будем называть его Маффин. Чувак спрятался! Как? Я-то думал, что все, мы остались один на один, но нет! Выиграл чувак Маффин. Офигеть! Вот это неожиданный поворот! Так, ну, чувак однозначно выигрывает, и он занимает у нас первое место. Сейчас будем играть на другой карте. Сейчас мы с вами сыграем на карте Чистокол. Да, почему бы и нет? Чистокол. Прекрасная карта, чистоколище. Кстати, эту карту я очень долго искал. Новая игра, которая должна быть еще более эпичной. Не, ну поворот первой игры меня уже как бы подкосил немного, потому что я нахожусь в полнейшем шоке. Оба-на! Так, я видел чувака. Это, кстати, Эвенджер, который меня запутал как раз-таки. Так, вот смотрите. Тут у нас куча банок валяется. Мы сейчас с вами собираем все эти баночки. А, вон, смотри, чувак тоже собирает банки, а он смышленный, да, я как бы ничего не говорил про эти баночки, так что it's okay. Он спрятался в соседних кустах, и мы с вами сейчас не сможем его подловить, к сожалению. Потому что если бы я заспавнил клона, то это все равно не особо помогло. Так, смотри, я спавню клона. Так, 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 пошел мой клон. Мой клон пошел. Опа-на! Но тут уже клон тебя не спасет. Итак, моя первая жертва, моя первая добыча, добыча оборотня. Оба, что это за Димасик был? Оба-на! Так, охотимся, охотимся за этим чуваком. Че, ты думаешь, я от тебя отстану? А вот нет, нифигашеньки. Я буду за тобой бежать до последнего. Оба-на! Да блинский.
Черт, нужно сокращать углы. Резче. Давай. Опа, я могу уйти в инвиз и догнать его прямо сейчас. Вот, я его и догнал, и убиваю я его здесь. Он, наверное, меня сейчас проклинает. Почему ты меня преследовал? За что? Тысячи других игроков, а ты преследовал именно меня. Но, ладно, дружище, извиняюсь. Так, а кто это здесь клона заспавнил? А, это как раз-таки победитель прошлый, да? Ладно, давайте мы с вами запутаем сейчас всех. Так, мы с вами уходим вниз. И сколько их здесь? Опа-на! Красиво выстрелил. О, сколько их здесь в инвизе-то бегает! Ёлки-палки, чуваки, вы даже не представляете, какое вы мне сейчас одолжение делаете, что вы включаете инвизы. Благодаря этим инвизам вы набили мне ульту, и теперь вам не спастись от меня. Так, я убиваю Эвенджера, я хочу догнать этого чувака. Я от тебя не отстану, ты понимаешь? Опа, еще плюс пару баночек. Итак, сейчас мы с вами сыграем в рулетку. Хопа, инвиз. И в какую сторону я пойду? Интересно. Опа! А я никуда не ушел. Упси! 5 игроков еще осталось. Как? Ну, у этого чувака гаджеты закончились. Опа! Чувак прятался в кустиках. Ну что ж, осталось буквально несколько игроков. Они ушли под инвизом. Выигрывает чувак с ником Starglade, потому что у него была как раз-таки звездная сила на отхилку. Он побеждает, занимает первое место у нас в нашей мини-игре. Я нашел всех игроков, от меня никто не спрятался. Димасик, охотник. Выбери другой скин. Так, я тоже сейчас сменю скин на стандартный. Как бы все по правилам. И сменю, пожалуй, звездную силу на тайное лекарство. Эта отхилка мне поможет. Давайте сыграем на этой же карте, окей. Эта карта была чуть-чуть посложнее, и от этого она интересней. Если у меня сейчас получится выиграть, то это будет безумно круто. Так, на миду я вижу сразу 3 баночки. Интересно, будут ли их собирать? Ну, видишь, этот чувак побежал к банкам. Ладно, я тоже пособираю баночки. Мне предлагают набить ульту. Хоп, ульта набита. Потусуемся здесь немного. Ого, у тебя 6 банок! Офигеть, откуда у тебя 6 банок? Зачем ты меня спалил? Ладно, спавним клона и уходим. Оу, щит. Как хорошо, что мы убежали. Я бы от него не смотался, потому что у меня нету бафа на скорость. Так, я буду держаться где-нибудь подальше от всех игроков. Меня что-то не совсем это устраивает. И у меня еще есть 2 клона. Ладно. Где ты спрятался? Ты тут спрятался или где? Ага, ты тут спрятался, Паша. Ладно, возле тебя заспавню этого чувака. Пусть он тоже в кустах будет тасоваться прямо возле тебя. Ты можешь зайти куда-нибудь там в глубину. А мы пока что с тобой постоим не возле дымка. Зона почти сузилась. Я думаю, что этот чувак... О, 9-баночный! Да иди ты в баню! Нам нельзя позволить ему набить ульту. Черт, он набил ульту. Ладно, спавним нашего чувака. Я все видел. Все, я ушел. Видишь, он гонится там за другими чуваками. Оу, я здесь смогу переждать сейчас очень долго. Нет, только не это. Он прям возле меня. Черт! Ну ладно, уже топ-3 занял. Это по красоте. Он не знает, что я в этих кустах сижу. У меня еще есть время здесь немного посидеть в засаде. Ну все, он поймал этих ребят. Давай. Да! Я занял топ-1! Как вам такое, Илон Маск? Так, и давай теперь сыграем на карте... Может, круговой каньон? Звучит заманчиво, да, круговой каньон. Давай на круговом каньоне сыграем. Будем по каньончику бегать, как антилопы. Ну что ж, игра начинается, и мы сейчас с вами быстренько фармим банки, потому что сейчас будет колоссальная конкуренция. Прям нереально большая конкуренция. Надо будет тут же фармить ульту. Как вы думаете, как будет поступать этот чувак? Какая у него будет тактика? Ладно, пару раз выстрелю по этому чуваку. Сарямба. Мне нужно тоже фармить ульту. Опа-на, 3-я баночка. Шикарно. 3 банки собрал, которые по соседству находились. Все. Дай мне последний выстрел сделать. Вот по тому чуваку. Опа-на. Попали. Все, я набил ульту. Где этот чувак сейчас бегает? Эй. Все, больше не стреляй по мне. Где он сейчас бегает, как думаете? Чё-то я его даже не вижу. Где бы он мог спрятаться, этот тип? Мне кажется, он сейчас выбрал тактику засады. Он где-нибудь засел в кустах и ждет, когда мы зайдем к нему в кусты. Поэтому я буду сидеть прямо на миду. Да, ребят, мы не посмотрим сегодня с вами карту, потому что лучше не двигаться. Оу. Так, брателла, поставлю здесь своего двойника и уйду к вам, ребят. Все, давайте здесь потусим немного. Вот там сборище прям этих клонов. Давай я вместе с вами клона поставлю, а сам перебегу в этот куст. Все, буду тусоваться здесь. Сколько же там клонов? Оу, щит. Нет, зря. Так. Перебегаем вниз. О май гадабл! Нифига себе, он меня зацепил. Так, спавним клонов.
Что происходит? На этой карте вообще нет способа выжить. Все клоны в одном месте. Ладно, будем двигаться как клоны. Так, под хилкой. Под хилкой. Бегаю в инвизи, но под хилкой. Да! Не! Я занял топ-1! Ладно, окей, сольюсь я. Оу, yeah! Я опять занял топ-1. Как у меня это получается, чуваки? Чистый рандом. Возможно, не самая удачная карта. Я с вами соглашусь. Эта карта была так себе. Окей, можем сыграть на Око Бури. Тут достаточно много кустов. Окей, Око Бури. Ну что ж, Старглейд сейчас у нас будет охотником. Так, мне интересно сразу же увидеть скин нашего соперника. Человек, который будет за нами охотиться. Не знаю, как он будет выглядеть, но, скорее всего, он будет где-то охотиться в этих кустах, знаете? Знаете, мне немного стрёмно передвигаться по всем этим кустам. Это все равно, что с хищником сражаться. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, этот чувак уже кого-то убил! Черт! Эта курица за нами охотится! Мне нужен инвиз! Мне срочно нужен инвиз! Здорово, чуваки, вы же не против? Один раз ударю. Все, есть, у меня есть инвиз. Уходим в самую дальнюю часть этой карты. В самый-самый-самый-самый-самый-самый конец. Все, будем сидеть здесь. Он уже там активно охотничает. Не, ну вряд ли меня здесь кто-то заметит. Вряд ли он додумается, что я сижу здесь. Нет, он все-таки идет сюда. Ладно. Нет! Черт! Нет! Как его перехитрить? Он меня сейчас схватит! Нет! Уходим! Так, хилка! Он меня сейчас убьет! Он смотрит на то, как я буду сейчас умирать в тумане! Так! Как мне сейчас действовать? Черт! Неужели я умру в дыме? Ладно! Побежали! Да! Не тут-то было! Ты думал, что я погибну там в дыму? А вот нет! Так, уходим в этот куст. Нифига себе, они там все быстро побежали. Так, ладно, спавню клона на всякий случай. Побежали! Давай, я подставлю свое плечо. Ну, давай. Так, он меня убил. Я занял 6-е место. Ну, точнее, 5-е среди выживших. И кто же займет 1-е место, как вы думаете? О, смотри, как он неожиданно решил сыграть. Он сейчас убивает Ромку Фокса. Но нет! Да! Ромка Фокс! И в итоге он остался с каким-то чуваком, я так и не понял. А, Battle Cats! Battle Cats у нас побеждает, занимает 1-е место. Блин, плохо! Плохо, что он меня пытался оставить в живых. Мне кажется, что он мне поддавался. Это очень плохо, чувак, если ты смотришь этот ролик. Avenger. Охотник. Этот чувак снимается в каждом моем видео. Это забавно. Оставить Око Бури или все-таки поменять карту на какой-нибудь проход, например? Будет любопытно посмотреть, как люди будут играть на карте проход. По сути, это та самая карта, где у тебя есть места лишь в дальних краях карты, чтобы спрятаться. Чтобы вы понимали, как выглядит эта карта. Здесь куст, тут вообще ничего нету, и тут кусты опять по краям. То есть зона будет сужаться очень быстро. Не знаю, инвиз или все-таки отхилку. Я думаю, что... Ладно, скорость нам тоже пригодится. Сейчас главное просто собрать как можно больше ящиков. Все, побежали. Давай. Вот сразу же 2 ящика. Смотри, как нам повезло. Раз, два. А кто это тут у нас на меду? Какой-то чувак тоже фармит. А, блин, извини. Черт, я не хотел. Я случайно подобрал его банку. Ладно, давай заспавним клона, чтобы он бегал, отвлекал на всякий случай. Смотри, кажется, тут охота. А, это был клон, ничего себе. Я сразу и не понял. Убегаю! Нет! Щит! Давай, беги, Пози, беги! Черт, он полюбасы сейчас под инвизом. Я убегаю в этих кустах. Он может меня догнать. Так, встану у заборчика. Вы видели это? Так, давай, хилься, я почти набил ульту. Спасибо. Черт, в какую сторону пойдем? Ладно, пойдем в эту сторону. Давай. Побежал, Ромка! Нет, Ромку убили. За Ромку и двор буду стрелять в упор. У меня больше нет мест, где я буду прятаться. Ладно, видимо, придется держаться прямо на границе этой карты. А лучше всего через реку. Это поле недосягаемости. Вот здесь вот будем. Вон он, 9-баночный. Офигеть. Avenger 9-баночный. Ладно. Фух, буду сидеть в этом кустике. О май гад. Какая рисковая игра.
А, щит! Эх ты, блин! Ладно. Я отдаю свое место этому чуваку, которого я сдамажил. Battle Cats занял первое место. Ну что ж, а на этом наш ролик подходит к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ждите следующих мини-игр, которые будут еще более крутыми. Я тут кое-что для вас такое приготовил, от чего просто крышу снесет. Ну что ж, чуваки, оставайтесь такими же крутыми и веселыми, и увидимся с вами в следующих видео. Adios! Playtime!